Бывший инспектор безопасности дорожного движения предстанет перед судом по обвинению в совершении должностных преступлений. С Целиным межрайонным следственным отделом Следственного комитета по Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора районного отдела полиции. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Также обвиняемый с целью занижения суммы транспортного налога на автомобиль марки «Lexus», принадлежащий матери его супруги, и частичного освобождения от материальных затрат по оплате налога при постановке на регистрационный учет автомобиля в связи с изменением собственника 9 марта 2021 года и в связи с заменой государственных регистрационных знаков 8 декабря 2021 года внес в единую централизованную систему ГИБДД, а затем в свидетельство о регистрации транспортного средства заведомо ложные сведения о мощности двигателя автомобиля. В результате преступных действий обвиняемого, выраженных во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений о мощности двигателя автомобиля марки «Lexus», Управлением ФНС России по Республике Калмыкия был начислен транспортный налог в размере 14 875 рублей. Однако сумма налога, исходя из реальной мощности двигателя указанного автомобиля, составила бы 37 625 рублей. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.